сегодня у нас обзор на поезд РЖД Новороссийск Пермь. Пойдемте. Я передаю микрофон ведущему Михаилу Пру. Сегодня интересная экскурсия по поезду. Как вы поговорили? Поезд РЖД очень красивый, фотогеничный, очень современный. Конечно, он 2030 года, там уже пробегу немерено, но все же это Россия, большая страна, огромные территории. Мед, вот. Он передал мне микрофон, поэтому сейчас мы находимся в Америке. Пойдемте покажем вам, каких высот достигла российские железные дороги. Ребятки, смотрите, это наш вагон. Вагон наших друзей, вагон наше все. Вагон состоит из металла. Металл, титан, чугун. Он весит больше 100 тонн. Мы видим, вот заканчиваются наши купе. Самое важное, дорогие друзья, это обсиратель. Туалет. Я больше расскажу про обсиратель 3000. На данный момент это самый современный и молодежный способ извлечения говна из человека. Человек – животное, и он должен извлекать из себя только говно, всякую говнину. Как же говорится, была и деревянная Москва, а деревянная Москва была сделана из говна и палок. Москва из говна и палок, а поезд из металла. Новый сленг железных дорог России.